Наш эфир продолжает очередная встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Итак, у нас много есть о чем поговорить. С чего бы вы хотели начать? Ну, давайте начнем с темы, которая меня волнует. Очень много тем, но это как-то очень близко мне еще и по каким-то моим национально, так сказать, этническим чувствам. А, знаете, вот уже, так сказать, сколько, 10 лет тому назад, 12, наверное, когда я впервые услышал речи Обамы, в которых был такой, так сказать, восторженный социализм, там, призывы. Во-первых, я перепугался, что, значит, как бы в переводе речи очень напомнили мне речи, там, от Че Гевары и, я не знаю, там, Кубинской революции до, там, Троцкого и отчетов генеральных секретарей Коммунистической партии Советского Союза. То есть терминология была та же, фотография была та же, якобы фотография, и т.д. и т.п. Ну вот второе, что меня тогда сразу же, так сказать, насторожило, я сказал сам себе, начал писать, я первые там 10 лет занимался тем, что писал по-английски, выступал по-английски, и я начал говорить людям здесь, американцам, что, ребята, вот от того, что он говорит, безумно близко до антисемитизма, а от антисемитизма безумно близко до гулагов. И даже самые, что называется, правые, так сказать, которые меня поддерживали во всем остальном, говорили, ну ладно, это у тебя уже там, знаешь, советские всякие дела, ну, естественно, так сказать, глупости какие, Америки еще, так сказать, ну, по крайней мере, очень далеко, либо никогда до такой ситуации. И вот мы сейчас наблюдаем, к огромному моему сожалению, я так бы рад был воскликнуть, я был совершенно неправ, но мы наблюдаем вторую фазу этого дела под названием антисемитизм. Значит, сначала, как все вы знаете, член Конгресса Умар высказалась один раз, второй, третий раз очень серьезно антисемитский. Сначала, так сказать, началась волна в Конгрессе, а потом, значит, Конгресс, включая всех евреев там, решил прикрыть ее грудью, чтобы единство партии не разрушить, потому что цель-то у них одна, а цель оправдывает средства, и не важно, что она говорит о евреях, главное, чтобы вместе добиться одного. Цель-то благородная, власть называется, взять власть. Ну, значит, раскол в партии нельзя допускать, иначе власть не возьмем, а это самое главное. И, значит, вместо того, чтобы поговорить об ее антисемитизме, о растущем антисемитизме, значит, что произошло, это вдруг партия демократов, так сказать, выпустила коммюнике, который обычно я говорю там своим внукам, которым по 5 лет, я говорю там, не надо там обижать мальчиков и девочек, не надо злиться там, ну, я, правда, добавляю, что если тебе сказали, что такое, сразу же головой, так сказать, ногой там по яйцам, если яйца есть, вот, но это уже моя личная интерпретация. Вообще, в принципе, говорят, надо дружить всеми, надо дружить, жить дружно, очень плохо говорить человеку черное, так сказать, там, кто-то там, или там китайское что-то, да, вот это самое взял и написал Конгресс, как будто это вот, они взяли и всех обвинили, кроме людей, которые именно конкретно выступали с антисемитскими лозунгами. Значит, теперь следующий шаг. После того, как партия демократическая стала партией, прикрывающей антисемитов, теперь она стала просто партией антисемитов. Что это значит? Сейчас, значит, происходит так называемый IPAC, то есть на самом деле не партийное, совершенно не правое, не левое, а собрание огромного количества еврейских организаций, которые собираются вместе для того, чтобы обсуждать, ну, скажем, все через призму еще и, так сказать, еврейскую, да? И туда традиционно всегда приглашают представителей от всех партий. А уж когда, так сказать, дело идет к тому, что скоро будут президентские выборы, у нас они, правда, не скоро, но все уже готовятся к ним, то приглашают всех без исключения тех, кто, ну, с точки зрения AIPAC-а, ну, имеет хоть какие-то шансы на то, чтобы выставляться от своей партии в номинацию получить. Да? И вот, значит, то же самое произошло сейчас. Ни один из ведущих в этой борьбе сейчас демократов не приедет. Они все отказались. О'Рорк
заявил, что у него очень много дел вот в штате, в котором он находится. Он не может даже на полдня оттуда уехать, потому что ему надо ходить по ресторанам, значит, забираться на столы. У него такая новая, значит, тактика. И со столов, значит, выпить пиво вместе со всеми, и с пивной там кружкой в руке или с чем-то еще начать, значит, размахивая всем этим, рассказывать, как он, так сказать, все переделывает страну. Совершенно непонятно как, но что он будет отменять, понятно уже, а вот что он предлагает, совершенно непонятно. А, значит, то же самое, не поехали туда и наша, так сказать, любимая девушка Камала Харрис. Почему наша любимая? Она из Калифорнии. Значит, не поехала туда Покахонтас. Никто туда не поехал, что я буду их перечислять? Никто туда не поехал. То есть, из-за чего? Одно из двух. Значит, либо им не надо теперь никак еврейская поддержка, им значительно более важна поддержка антисемитов, да? Либо на них оказывают такое давление свои антисемиты, что они решают, что лучше я туда не поеду до выборов, до предвыборной, так сказать, кампании. Сначала меня выберут от партии, а уже после этого я буду пытаться налаживать мосты, скажем, в лучшем случае. Да? Но что для меня кошмарно? Для меня кошмарно то, что ни один из них, ну понятно, что Нэнси Пелоси там и Чак Шумер, я думаю, их пригласили, я думаю, что они поедут, им, что называется, терять почти нечего, хотя Нэнси Пелоси есть что терять. Есть что терять. Ее, так сказать, дальше она пойдет по пути разжигания страстей, как они последние 10 лет делали. И эти страсти, и этот огонь их же и сожжет. Вот. Потому что они такие же белые, значит, против которых они всю эту бучу устраивали, они так же хорошо живут. Они не понимают, что они живут хорошо, и никто не будет разбираться. Он до того был демократом, или он до того был республиканцем. Ты живешь хорошо, ты белый, давай мы тебя раскулачим. Все они всегда думают, что это мимо них пройдет. Не пройдет. Это разотронет их раньше, чем всех остальных, потому что сначала наводят порядок железной рукой в своем собственном лагере, а уже потом начинают приниматься за настоящих врагов. Сначала за внутренних. Вот. Это то, что я хочу сказать поначалу по этому поводу. Это позор нации, это позор этой партии, которая для меня окончательно стала антисемитской. И если раньше, я уже это говорил, если раньше я считал, что это просто, ну, не все там, но часть каких-то людей, нормальные люди, которые просто, они хотят того же самого, что я, но просто думают об этом каким-то другим образом и пытаются сделать то же самое, хорошую жизнь для всех нас, ну, другим способом, другими методами, да? На сегодняшний день я считаю, что все, кто остается в этой партии, все, кто ее поддерживает, все, кто будет за нее голосовать, они голосуют за антисемитизм. Это мое первое выступление сегодня вот на нашем шоу. Трудно вам возразить. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Но я думаю, что нам есть еще о чем поговорить, может быть. Событий масса. Да, и я прекрасно понимаю, Или что... давайте примем звонок сначала, а потом, да, потом вернемся к темам разговора. Добрый день, пожалуйста, в эфире. О, алло, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вот то, что сейчас пытаются все-таки как бы они лавировать, верхушка эта элитная, то есть Шумер и Пелоси, что как бы это не антисемитизм, да, естественно, они хотят денег от евреев. Но дело в том, что ничего у них не получится, потому что мусульмане рвутся к власти здесь. Мусульмане собираются демократически захватить эту страну. И это написано, в общем-то, в, ну, не Конституция, забыл, как это называется, вот этой организации КАИР. Там написано, что мы не собираемся быть здесь, ислам не собирается быть в Америке равной всем остальным религиям. Мы собираемся здесь доминировать. И все. Поэтому это просто у них шаг. Мусульмане, вообще-то говоря, очень как бы спокойно, терпеливая религия. Они собираются шаг за шагом уничтожить эту страну. Как Обама в свое время, в первую свою каденцию, пытался быть и туда, и сюда. А когда он говорил по телефону, то есть не по телефону, а с президентом страны, с Медведевым, он сказал... А дальше я буду флексибл.
То есть, а дальше я могу уже вести себя совершенно по-другому. Что он и делал. И все они, вся эта демократическая партия будет вести себя точно так же. Поэтому надежды, я с вами здесь совершенно согласна, это антисемитская партия, и она глубоко деградировала. И точка возврата пройдена. Спасибо большое. Ну, я не знаю, был ли здесь вопрос, скорее это было утверждение. Нет, давайте это крик души, конечно. Попробуем принять следующий звонок, возможно, там вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот объясните поподробнее. Я краем уха слышал информацию о том, что у нас такой великолепный штат, как Сан-Диего, решил подать суд на Трампа, что они не справляются с иммигрантами нелегальными, и он еще по этому поводу не делает. Что-то вот такое. Вы слышали? Спасибо. Ну, я не знаю, штата такого, Сан-Диего это город, или там есть Сан-Диего каунти, это часть Калифорнии, вполне возможно, что в Калифорнии, с одной стороны, всячески стараются не дать Трампу исполнять свои обязанности, а когда у них удается, тут же подают на него в суд, что он не выполняет свои обязанности. Может быть, я ничего по этому поводу не слышал, но не удивлюсь. Да, ну... Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да там проблема другая в Сан-Диего. Они подали на администрацию, а не на Трампа. Потому что у них не хватает лагерей для нелегальных иммигрантов. Закон надо менять, и не надо будет, как говорится, лагерей. Они не справляются с потоком. Это понятно, да. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, да, добрый день. А вопрос такой хотел просто, если вы что-то можете немножко какие-то новости еще рассказать нам по поводу расследования Мюллер, там какие факты еще всплывают по поводу Манафорта с Украиной связи, да. По поводу Клинтон-имейлов, всего, то есть где-то слышал, может, какие-то более свежие новости. Да, с удовольствием. Не только слышал, но вчера ночью, когда начали поступать всякие интересные сведения, я просто уселся и просидел полночи, потому что было очень интересно копать. Значит, все, что я сейчас скажу... Сережа, я могу, да, отвечать на этот вопрос? Конечно. Да-да. А все, что я сейчас скажу, оно пока не проверено через, что называется, американские вторые и третьи источники. А я просто могу рассказывать о том, что в процессе, что, так сказать, выскакивает в прессу. А кто двигает пешками, почему именно сейчас, даже решать сами мы сейчас не сможем. Мы можем просто вот рассказывать о том, что происходит. Значит, 2 дня тому назад... Генеральный прокурор Украины, извиняюсь, Луценко, да, по-моему, Юрий, если не ошибаюсь, давал интервью очень известному американскому журналисту Джону Салливану, который часто выступает, кстати, на Фоксе, его приглашает Хадити туда, но, в принципе, он, так сказать, замглавного директора Хилл, и, кроме того, сам очень много пишет, он известный очень человек. Он такой... вправо от центра, скажем, журналист, но больше занимается исследованием. Если ему попадется под руку правый, он будет точно так же их исследовать, как и левых. Так вот, значит, Луценко заявил ему, что открыто следствие, он, Луценко, открыл следствие по ходатайству кого-то из членов Думы, не Дума, а Рада, это называется на Украине, да? Он не называет имени кого. Ему передали, значит, просьбу, ну, сказать, поручение с пленками, аудиопленками, на которых группа людей и голоса, там как минимум пары из них, они различают, и сейчас они проверяют, это действительно их голоса или нет, рассказывают о том, как они подставили Манафорта по просьбе обамовской администрации через Госдеп, через такую Нуланд и через тогда только пришедшую нового посла с Йолович, по-моему, или Еволович, могу чуть-чуть неправильно произносить ее имя. Значит, в середине 2016 года пришла женщина-посол, которая немедленно начала очень активно действовать на Украине. Сейчас расскажу, как. Что показывает на то, что прошлый посол, которого убрали почему-то в большой должности на Украине, вот на очень маленькую в Грецию, значит, очевидно, был не совсем тот свой человек, которого можно было поставить на то, что вот сказано. По какому поводу открыто расследование? В чем дело?
Дело в том, что когда законно избранный президент, господа украинцы, извините меня, пожалуйста, но он был законно избран, он был, как вы утверждаете, наверное, так сказать, вором, бандитом, ввел страну в хаос, кошмар там и так далее, но он был законно выбран. Да? С точки зрения любой силы снаружи, скажем, Америка, да, это был человек, который руководит этой страной, и пока сама Украина его не поменяет, он руководитель. Так вот, значит, когда руководитель страны отказался подписывать договора с Западной Европой, то есть вступление, так сказать, начальный период вступления в Европейский Союз, а сказал, что его, так сказать, направление движения будет к тесному общению с Россией, что очень не понравилось как Европейскому Союзу, так и Америке. И Америка вошла в фазу очень активной организации там революции, то есть путча, бунта, называй как угодно. Вот, значит, был заменен посол, так сказать, Ноланд, которая была зам госсекретаря по делам Европы, начала летать, что называется, как к себе домой, на Украину. А по телефону русские это засекли, еще пару секретных служб засекли ее переговоры сначала с одним послом, потом с замененным другим послом о том, что... значит, вот этих людей будем в правительство назначать, когда выгоним, значит, нынешнее правительство. Детали о том, как надо организовывать это, значит, она летала сама и пригласила Маккейна, он тоже летал на Украину, раздавал конфеты, стоял рядом с лидерами оппозиции и, как бы, так сказать, показывал, что Америка с вами. Значит, то есть все это начало происходить нарастающим комом. Похоже, что вливались какие-то деньги, потому что, что говорит Луценко, что его, когда, значит, начались разборки в свое время, значит, антикоррупционные, там, уход денег, которые американцы посылали, значит, на помощь гуманитарную и на помощь военную в Украину, значит, его вызвал, значит, посол и послиха. Значит, и сказала, что вот есть целый ряд людей, назвала фамилии или передала же список, я не верю, правда, что он написан и передала, я думаю, что просто сказала. Вот этих людей не трогайте, и мы не будем с вами кооперироваться по поводу пропажи каких-то денег, которые Америка пересылала на всякие гуманитарные цели. То есть эти деньги через этих людей куда-то ушли. А после того, как эти деньги куда-то ушли, значит, стало понятно, что они ушли на две цели. Они, первая цель, похоже, это помощь в организации вот, стачки, организации Майдана и тому подобное, потому что там нужны были деньги. А второе, потом, так сказать, по просьбе Америки, по просьбе ФБР, уже теперь Коми руководил ФБР, обратились к украинцам, украинским спецслужбам с просьбой, на что они радостно откликнулись, найти грязь на Манафорта. И вот, значит, через некоторое время украинские службы вызвали представителя ФБР, которому вручили рукописные книги, или копии их, я не знаю там в каком виде, в которых значилось там 1, 2, 3, 15 раз рукописный один экземпляр, там зашифрованный и тому подобное, из которых расшифровали, что, значит, Манафорту было передано 12,7 миллиона долларов, которые были переданы, очевидно, Кишаком, и каким-то образом за границей, каким-то образом эти деньги, где он не мог их показывать, потому что они ниоткуда пришли. Поэтому он хранил это на каких-то или на каком-то там счету за границей. Что позволило, это было уже в разгар кампании, когда он был председателем кампании Трампа, что позволило демократам, значит, получив эту информацию, тут же, значит, украинские источники, и начинать цитировать, то есть кто-то сливал активно в прессу APN, там, BuzzFeed, CNN и тому подобное, информацию о том, что Манафорт взяточник, и Трамп тут же на четвертом месяце его работы председателем избирательной кампании выгнал Манафорта, и любая другая избирательная кампания бы захлебнулась. Просто она это не захлебнулась, потому что традиционно председатель кампании, он держит, что называется, все бразды правления, а человек, которого избирают, он ходит, дает речи, у него и так, и общая разработка. А Трамп же псих в смысле деталей, всем сам руководит, за все сам отвечает, поэтому уход Манафорта ни на что не повлиял. Как мы знаем, произошла рокировка, пришли другие люди, и все продолжилось прекрасно. То есть и Украина повлияла очень серьезно на попытку остановить
значит, остановить одну из партий, республиканскую, в угоду демократической партии Хиллари Клинтон, и приостановить республиканскую партию от захвата Белого дома там и всего остального. Что, естественно, не должно нравиться, ну, очень, да, значит, нашему нынешнему руководству. Поэтому то, что The Hill, вот это интервью было, Трамп тут же, с чего, собственно, я начал все это рассказывать, Трамп тут же сделал твит, что, значит, недословно, но приблизительно, что как, когда начало уже уходить расследование, уходить в песок расследование о связи Трампа с Россией, начало все более и более ясно проступать связь Клинтон с Украиной. Вот. Вот такие интересные дела произошли. 847-400-5200 телефон нашей студии. Если у вас будут вопросы к Леону, пожалуйста, звоните и задавайте. Что еще? А после того, после той трагедии, которая произошла в Новой Зеландии, после этого террористического акта, наши лидеры, которые, ну, пытаются стать президентами, быстренько подхватили тему разоружения, то есть очередная атака на вторую поправку Конституции. Ну, да. Дело в том, что Новая Зеландия через 6 дней после происходящего, она, честно говоря, так сказать, даже не разбираясь, что называется, как люди все делают, думают 3 года, знаете, какая машина там лучше, там, какая там более вместимая, а потом покупают зелененькую. Вот они приблизительно так сделали. Долго думали, значит, о том, что делать с оружием, там, какое оставлять, какое оставлять, а произошло что-то эмоциональное, и тут же взяли и наложили полный запрет на полуавтоматическое оружие. То есть полный запрет. А я не к тому, что надо все оружие разрешать, но мы не разрешаем базуки людям иметь дома, не разрешаем атомные бомбы иметь дома, правильно? Мы не разрешаем там, я не знаю, там лазерные самолеты-сбиватели, если такие есть, иметь дома, или танки. Но все то, что может быть арсеналом человека для его защиты от толпы или от приходящего под утро его арестовывать, значит, милиции, как у нас сейчас. Опять же, 10 лет тому назад я говорил, ребята, по утрам будут приходить арестовывать. Мне говорили, что с ума сошел, что ли? Посмотрите, что произошло сейчас 3 раза подряд. Да? Приезжали бронемашины, 20-30 человек в бронежилетах с оружием, врывались, разбивали двери, одевали наручники на пожилых людей, которые никогда в жизни никуда не уехали, и пришли бы, когда бы их вызвали, да? Включая, на самом деле, сейчас этих двух актрис, которые платили деньги, чтобы их дети... Я не говорю, что это хорошо, не дай бог. Деньги платили, чтобы их дети в университет. А идиоты, конечно. Вот. Но, тем не менее, ну, прийти к актрисе, известной по всему миру, никуда она сбежать не может, утром открыть дверь, 6 человек, 4 машины, все вооружены, одеть на нее цепочку сзади, кандалы там и прочее, и прочее. Это же полный бред, вы позвоните ее юристу, и она придет ровно в 2 часа куда угодно. Нет, надо показывать, что если пойдешь против государства, смотри, что с тобой будет. Так вот, мы доехали до этой точки. Извиняюсь, я уехал в другую сторону. Кстати сказать, что касается оружия, в некоторых особо либеральных штатах приняты законы, по которым можно конфисковывать оружие без, что называется, due process. И уже да. имеют место случаи, когда во время да. подобной конфискации люди не соглашались добровольно отдать оружие, и уже полицейские застрелили владельцев этого конечно. Оружия. Конечно, безусловно. Приходят ко мне какие-то люди, наставляют на меня ружье и говорят, сдавай оружие, я считаю, что меня грабят. Я считаю, что меня грабят. Они пришли в мой дом, который защищен Конституцией, который защищен законом. Они пришли в мой дом меня грабить, забирать мое имущество, которое я законно купил. Я буду сопротивляться. Но другое дело, что если их будет 20, а я один, они побегут заставлять на них пистолет. Но даже если я случайно засуну руку в карман, они начнут в меня стрелять, думая, что я буду сопротивляться. То есть государство, в отличие, мне говорят, о, надо бояться монополии от компании, они там будут заставлять. Они заставить не могут, заставить может только государство. А если ты не подчиняешься, то тебя либо забирают надолго куда-то, либо просто убивают. А у меня есть предложение. Давайте у нас совершенно замечательный гость впереди. Мы его представим после перерыва. Если у нас нет звонков, давайте уйдем на перерыв, а потом введем его, потому что он много интересного вот по всем этим темам расскажет. Замечательно. Буквально несколько минут, после чего мы вернемся и продолжим. Никуда не уходите.